одна сестра, жена пастора. И одна сестра, жена на пасторе. Она рассказывала про события, которые были с ними на Украине. Тень рассказывала, что забитие такое-то им случилось в Украине. Как они несли служение в одном очень трудном месте. И как имели служение в одном много такого сложного места. Говорит, и много людей приходило к нам в церковь. И казывает, что много хора идваха на церковь. И много людей уходило. И много хора си тръгваха от нас. И говорит, для меня это было так странно. И за мен това беше толкова странно. Люди приходят к Богу. Че хората идват при Бог. Ничего не получают. Ничто не получават. И уходят пустыми, как барабаны. И заминават празни. И другие люди приходят. И други хора идват. И опять, ну, такое чувство, ничего не получают. И пак си повтаря, че ничто не получават. И уходят в мир. И заминават в света. И это было так печально. И това беше толкова тъжно. Что она задумалась. Че тя се замислила. Может быть, мы что-то делаем не так. Че, может быть, не правим нечто както трябва. Ну, вы знаете, я вчера читал Библию. Обаче вчера четал Библия. Я увидел, что были такие периоды даже в жизни самого Господа Иисуса Христа. И видях, че имаше такива периоди даже в живота на самия Иисус Христос. Когда Он просто остался один. Когато просто и останал сам. На кресте Он был оставлен. На кресте Той бил оставен. Даже своим небесным Отцом. Даже от небесния си Отец. И Он воскресал. С такой болью. И то восклицаваше с болка. Отче, на что ты оставил меня? Отче, за что си ме оставил? Как вы думаете, одиноко ли было тогда Иисус Христос? Как си мислите, дали се чувствовал самотно тогда? Когда сам Бог его оставил. Когда даже самия Господь го оставил. Апостол Павел пишет. И апостол Павел пишет. Он пишет во втором послании Тимофея. Второе послание Тимотея. Он делится со своим учеником. То есть поделился с ученика си. Со своим соработником. Свой сотрудник. И он пишет о том, что все его оставили. То пишет за това, че всички са го оставили. Все его оставили, да не вменится им. Всички са го оставили. Одиноко ли было апостолу Павлу? Самотно му било на апостол Павел. Я хочу сказать, что самые прекрасные люди. Искам да кажа, че най-прекрасните хора. Во главе с Иисусом Христом. Во главата с Иисус Христос. Обязательно проходили через этот этап. Задължително минават през този етап. Они были оставлены. Те са били оставени. Никого не осталось рядом. Никой не останал наблизо. Знаете, это так. Иногда бывает реально, я думаю, что это надо просто пережить. Я мислю, что наистина трябва да го преживеем. Знаете, я уже 30 лет в Боге. Вече 30 години съм в Господ. С 91 года я уверовал. 91 година вярващ. Я помню свою жизнь до уверования. И си спомням живота си преди вярата. Ну вот она не имела никакого смысла. Той нямаше никакъв смисъл. Ну просто пожрать. Просто да са наям. Там сходи в туалет. Да отида до туалетна. Потом вечером нажраться. После вечера да се наплюска. Да забытия. Да се забравя. Чтобы вообще ничего не соображать. Да се напия, потому что да хотелось да забыться. Мисля изобщо, за да мога от этого да ужаса и кошмара, в котором за този каждый кошмар, день я пребывал. В който се набирам всеки ден. Чтобы опять следующий день начать все заново. За да мога на следующий день да започна от наново. И один раз я себя спросил. Виднъж се питах. А чем я вообще отличаюсь от скотины? От какво се различавам от скот? Ну вот живет бычара, да, какая-нибудь, свинья. Живее свиня или собака, пес плешивый какой-нибудь. Или някакъв куча. Там на цепи, куча, короче, где-то. На мрежа. Чем я от него отличаюсь? От какво си различавам от него? Я понял, что вообще я ничем не отличаюсь. И си разбрах, че... Ну, так же лая периодически. Не си различавам от время на время лая. Так же сижу на цепи какого-то греха. Стоя на веригата на някой грях. Что-то меня держит, держит мою душу. И нечто меня держи душата мне ми. Мне плохо. И си чувствам лошо. Я мучился на самом я деле. Си измучвах. Я знал, что моя жизнь не имеет никакого смысла. И знаех, че живота ми няма никакъв смисъл. И что я ничем не отличаюсь от скотины. И че по нищо не се различавам от говедо. И когда я уверовал, и когато повярвах, в мою жизнь пришел смысл. В живота ми дойде смисъл. Я начал жить. Започнах да живея. Радость пришла в мое сердце. Дойде радостта в сърцето ми. Любовь пришла в мое сердце. Любов дойде в сърцето ми. Свет пришел в мое сердце. Светлина дойде в сърцето ми. Я стал другим человеком. Я станах различен човек. Я перестал бухать. Спрях да пия. Я перестал курить. Спрях да пуша. Перестал материться. Спрях да псувам. Но самое главное, что в моей жизни появилась цель. И най-важното е, че в живота ми се появи цел. И знаете, Иисус Христос говорит. Иисус Христос казва. Кто не со мной? Който не е с мен. Иисус категоричен. Иисус е категоричен. Это его слова. Това са думите му. Говорит, кто не со мной? Който не е с мен. Тот против меня. Той против мен. Вы помните это место? Спомните ли си това място? И это написано и в Евангелии от Матфея. И това го пише в Евангелие от Матея. И это написано и в Евангелии от Луки. И го пише в Евангелие от Лука. Точно та же самая фраза, без изменений. Една и съща фраза, без никаква промяна. И еще одну фразу Иисус добавляет. И още една фраза добавя Иисус. Кто не собирает со мной, който не се събира в мен, тот расточает. Той се разхвърля. Бесполезно собирать без Иисуса. Не
полезно да собирате, да трупате пари без Иисус. Ты не можешь что-то собрать без Иисуса Христа, чтобы сохранить это. Ты не можешь да соберешь нечто без Иисуса и да го запазишь. Иисус Христос говорит, не собирайте себе сокровища на этой земле. Иисус Христос казва, да не трупаме сокровища на тази земля. Вот обязательно найдутся воры, которые подкопают и украдут. Задължително ще се намерят крадци, които да дойдат и да открадат. Что советует Иисус? Какво советва Иисус? Откладывайте сокровища себе на небесах. Да собираме и трупаме сокровища там на небесата. Можешь сказать на это аминь? Можешь ли да кажете аминь? Вот там нет воров. И там няма крадци. Там у тебя уже это никто не украдет. Там няма кой да го открадни. Что мы откладываем там на небесах? И какво пазим там на небесата? Вот поверьте, что когда мы что-то сеем здесь на земле, мы пожинаем там на небесах 30, 60 и 100 крат. Жиним там на небесата, сеем финансы, ако сеем финансы, отдаем просто кому-то, благословляем. Ако благославим някого, во 100 крат откладывается там на небесах. В 100 пъти повече се трупа там на небесата. Оставляя кого-то ради Христа. Оставяйки някого заради Христа. Приобретая там на небесах сотни братьев и сестер. Ние придобиваме там стотина братья и сестры. Так Иисус Христос обещал мне. Така ни обещал Иисус. Есть ли смысл вообще в церкви? Има ли смысл в църквата изобщо? Я хочу сказать о том, что церковь это Божья инстанция. Искам да кажа, че църквата е Божия инстанция. Пока мы здесь живем на земле. И докато живеем тук на земята. Церковь никто и никогда не сможет упразднить. Никой не может да упразднить църквата. Только в церкви мы можем строить вместе с Христом. Само в църквата можем да строим заедно с Иисусом. Только в церкви мы можем вместе с Ним что-то собирать. И само в църквата можем да собираме нечто с Него. Или есть другая какая-то инстанция. Или има някаква друга инстанция. Может кто-то еще что-то изобрел. Может быть някой измислил нечто другое. Но я этого не знаю. Обаче не го знаю. Есть церковь, установленная Иисусом Христом. Има църква, която е установена от Иисус. И здесь мы можем что-то созидать. И тук можем да созидаваме нещо. Что мы созидаем в церкви? Какво създаваме в църква? Что есть сама церковь? Какво е самата църква? Сама церковь, и это есть тело Христово. Църквата е Христово тяло. И сюда мы приходим созидать тело Христово. И идваме тук да създаваме Христовото тяло. Вы знаете, в чем помазание апостола? И в какво е помазанието на апостолите? Помазание миссионеров. Помазанието на мисионерите. Приехать в какое-то место, да отидат на някое място, и открыть церковь там, и да отворят църква. На откровение. На откровение. Церковь строится только на откровение. Църква се построява само върху откровение. Она не строится на кирпичах. Та не се построява от тухли. Кирпичи только следствие. Тухлите са само следствие. Когда апостол Петр первый получил что откровение, что Иисус Христос есть помазанник. И когато апостол Павел получал откровение, что Иисус Христос е помазанник. И Иисус Христос сказал, ты Петр. Иисус Христос ему указывает, ты Петр. Дает ему новое имя. Той ему дава ново име, которое переводится как камень, скала. Което се превежда като камък, скала. И на сей скале. И казва, върху тази скала. Я построю церковь свою. Ще построя своята църква. И врата ада ее не одолеют. Вратите на ада няма да я одолеят. На чем построена церковь? Върху какво е построена църква? Она не построена на человеке. Тя не е построена върху човек. Она построена на откровении. Тя е построена върху откровение. Петр получил откровение. И Петр получал откровение. Откровение это камень. Откровението е камък. Это невероятная скала. Това е невероятна скала, которая никогда не разрушится. Която никога няма да се разруши. Откровение от Господа. Откровението от Господа. Есть смысл ходить в церковь? Има ли смысл да ходим на църква? За 30 лет я, может быть, на руках можно пересчитать, сколько я пропустил всего служения. През 30 години можно с ръцете си да преброя колко служения съм изпуснал. По невероятным каким-то форс-мажорных обстоятельствам. При някакви невероятни форс-мажорни обстоятельства. Потому что я понял, для меня это важно. Защото разбрах, че за мен е важно. Это стало частью моей жизни. Това стана част от живота ми. Это меня наполняет. Това ме напълва. Потом я могу жить, потом я могу созидать. После этого я смогу да живее, могу да потом я могу идти и творить добрые дела. Могу да творя добри дела. А без церкви, без служения, без прославления, без молитвы. Без молитвите. Я очень быстро опустошаюсь. Аз много бързо ставам празен. Как люди быстро опустошаются без церкви. И хората много бързо стават празни без църква. И вне церкви. И извън църквата. Просто остаются пустыми. Те просто стават празни. Апостол Павел говорит, ушли, потому что не были нашими. И апостол Павел казва, те са заминали, защото не са били наши. Так ничего не поняли. Нищо не са разбрали. Не осознали. Не са осознали. Не оценили. Не са оценили. И потом Иисус Христос говорит, ну, если бы я не говорил. И после Иисус Христос казва, ако не бях говорил. То не имели бы греха. Няма ли да са имали грях. Но так как я это все сказал. Обаче ты, като съм го казал. То не имеете оправдания. Нямате оправдание. Слышите меня? Мне очень важно сегодня докричаться до вас. Много мне важно достигнуть до сердца ви днес. Церковь никто не отменял.
църквата никой не я отменял. Очень важно ходить в церковь. И много важно доходим на церковь. И мне тоже сегодня странно, что многие люди не могут этого осознать. И на мен ми е странно днес, че някои хора не могут этого осознать. Живут как животные бессмысленной жизнью. Живеют като говеда бессмыслен живот. Вот как реальное Писание говорит. И как то казва Писанието. Святой освящается еще. Свят се освещава още. А нечестивый пусть творит еще свою неправду. Нечестивый твори неправда. Но если он принял такой выбор. И ако е взял този избор. Ну вот в нечестии. В нечестии. Вот пребывать. Да прибыдва. И становиться все хуже, хуже, и хуже, да и хуже. И става все позле и позле. И люди сознательно это идут. И хора сознательно го правят. Но это не наш выбор. Обаче, това не е нашия избор. Это не выбор христиан. Това не е избора на християни. Христианин призван становиться все чище, 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 чище. Християните трябва да стават все по-чисти и по-чисти. Написано, до полного дня. До пълния ден. Святой да освящается еще. Святие да се освещава още. Вы знаете, по Ветхому Завету период очищения был назначен 7 дней. И в Стария Завет периода на причистване бил 7 дена. Вот человек согрешил. Человека греши. И 7 дней он считается нечистым. И после 7 дена се смята за нечист. И только после 7 дней воздержания поста. И само след 7 дена воздержания на поста. Он считался очищенным. То есть се смята за чист. Понимаете, о чем я? А люди сегодня грешат каждый хората Божий день. Грешат всякий день. И они не успевают освещаться. И не успевают да се освещават. Даже если ходят раз в неделю да в церковь. Даже ако ходят веднъж на църква. Но если там раз, два, три раза, пять раз, сто раз в неделю. Два, три, пять, сто грешить, пъти на седмица грешат. То человек не успевает очищаться, он становится все грязнее, грязнее, грязнее. Человек не успевает да се причиства и става все по-мръсен. Бесполезно называть себя христианином. И бесполезно да се нарича христианин. Это не работает. Това не работи. Нужно развивать близкие взаимоотношения с Христом. Трябва да развивате близкие отношения с Иисусом. И постоянно умывать с Его святой кровью. И постоянно да се умивате со святата Му кръв. Если праведный едва спасается. И ако праведный едва се спасява. Это слова из Евангелия. Това думи от Евангелието. То грешный где явится? Где ще грешника? Кем ты себя считаешь? За кого се смяташ? Я знаю христиан, которые себя даже праведными не считают. И познавам християни, които не се смятат за праведни. Где он явится вообще? Къде ще се яви той? Где он явится? Мне страшно за таких людей. Страх ме е за такива хора. Страшно увидеть таких людей потом в аду. Страх ме е да видят тези хора в ада после. И потом спросить его там из слонного рама, я ж тебя предупреждал. И после да му кажеш от... Ты сознательно шел в ад. Каждый Божий день. Сознательно греша. Дали съм казвал, ти съзнателно, съзнателно се тръгнал в ада и съзнателно се съпредавал на безпътството. Сегодня это просто крик моей души. И днес това е просто вик на душата ми. Извините меня, пожалуйста. Много се извинявам. Просто прорвалось. Я хотел представить сегодня нашу благословенную сестру. Я хотел да представя нашата благословенна сестра днес. Руководителя воскресной школы. Руководител на воскресно служение. Давайте поприветствуем Ольгу Жданович. Нека поприветствуем. Спасибо большое. Благодаря. Не переводить, наверное, да? Или нужно переводить, Геннадий? Нужно переводить. Хорошо. У нас есть некоторые мысли по поводу воскресного служения. Има някои мысли за неделното служение. Да, у нас началась сейчас школа. Започна училището. Дети немножко такие загружены. Децата са малко натоварени. Уже хотят каникулы. Искат вече Богдан, вакансии. Хочешь каникулы? Да. И мы приняли решение немножко изменить формат. И взяхме решение да променим формат. И чтобы родители были в курсе. Да може родители ну, и пастыря да знают, и пастырите също. Да. Мы решили проводить два вида занятий. Решихме да провеждаме две занятия. Чередовать их. И да ги редуваме. Значит, одно занятие мы вместе рассуждаем и отвечаем на вопросы. Си мислим и отговаряме на вопросы. По теме теоретической. По теоретичес... А второе тема. Занятие на следующий раз и занимание, мы приглашаем реального человека и гостя. Истинский человек на гости. С нашей церкви. С нашей церкви. И сразу предупреждаю, я не принимаю отказов. И виднага предупреждаем, че аз не приемам. Но можно всегда договориться. Это добровольно-принудительно. Но мы можем договориться, да? Принудительно, бачи, можем да се договорим. Потому что в моем сердце есть однозначное понимание, что у каждого из нас внутри живет Бог. А значит, Он делает свои чудеса. И молчать об этих чудесах – это кощунство. И да молчим за эти чудеса – это срамота. Кто не сильно умеет рассказывать о чудесах у Бога, не может рассказывать за чудеса-то на Господь, то считайте, мы для вас тренировочный экскадрон, да? За вас еще направим тренировка. Да. Поэтому на прошлый раз мы сделали такое интересное задание. И минули пыт, направили медное задание. Дети становились спиной.
хората, децата заставаха с гръб. И у них был вопрос. И имаха вопрос. Что Господь говорит этому человеку? Какво казва Господ на този човек? И они пророчествовали. И те са пророкували. Это было удивительно, потому что вот чудно, на примере Златы, защото, например, Злата, я увидела, как действует Святой Дух. Видях, че через нея действа Святия Дух. Она вообще ни о чем не думает. Та за ничто не си мисли. Она просто встала спиной. Та просто застава с гръб. И я показала на себя. И аз показвам себе си. Она не знала, что я могу показать на себя или на нее. Че аз мога да посоча себе си или потому нея, что сидела два мальчика. Защото имаше само две момчета. Но она произнесла пророчество, пророчество конкретно для женщины. Точно за жена. В возраст, ну, в смысле, зрелый, да? Не ребенка. Не за детей. У меня отвисла челюсть. Я направо себе чудих. Вот это да. То есть и род, ну, совпадение, и имаше и совпадение. Форма деятельности, которую человек занимается. И форма на деятельность, която се занимавам. Вот. И в дальнейшем мы пригласили также Александра, чтобы он был дополнительным Александр, нашим персоной. И когда Господь открывал мне, и Господь все получили откровение, и дети были восхищены. То есть мы показываем им пример, то есть не им показываем пример, и тут же тренируемся, и тренируем сразу. Вот. Поэтому я прошу родителей, моля родителей, у детей будет задание. Децата ще имат задача. Это каждую неделю читать отрывок Писания. Всяка седмица да читат един отказ хотя бы, от Писания. Хотя бы три раза. Поне три пъти на седмица. Чтобы когда мы приходили с ними на урок, за да може, като идват, они очень быстро могли ориентироваться в Писании. Бързо да се ориентират в Писанието. Отвечали на вопросы. И да отговаряме на въпросите. Ну и также прошу церковь. И моля църквата. Подумайте о том, как вы могли бы нам послужить. Да, помислите за това, как можно просто как образец Божьей славы. Как образец на Божьей это слава. Да, и также я хочу, меня побуждает Господь поделиться в то, что тут было вчера. И искам да споделя, могу я, какой да, может вчера днес тук. Кто-то еще подтянется. Вчера для нас дали хороший такой финансовый, как сказать, даже разбор полетов у нас был. Вчера имахме семинар за финансите. Я думаю, что это, знаете, можно сказать, вся правда о деньгах. И может да си каже, че това беше цялата истина за парите. И вчера мне очень, позавчера мне снился странный сон. И он един сънувах странен сон. Что как будто бы сатана, че все едно сатана домогался меня. И я всячески от него, ну, как бы, смен, и аз се отпитвах да го отталкивала, а он меня сковывал мои движения, и я знала, что это сатана. И я знаю, что твой сатана. Я говорила ему об Иисусе, я молилась, а он меня все равно вот так вот стискивал и не давал мне вырваться. Я проснулась и думаю, Господи, слава Богу, что это сон. И когато си събудих, казах, слава на Богу, я поняла, что я на семинаре что-то получу такое. И разбрах, че на семинаре ще получу нечто. Удивительное. И действительно, знаете, так интересно, мы разбирали блоки, которые нам где-то в детстве и были. Разглядывших меня как и убеждения, какую-то в детстве. В детстве были насажены и мне реально стало смешно. И на меня стало смешно, что вот эти все блоки, которые меня не касаются, блоки, но они людей душат. Ты удушавот хората. И мне стало еще больше смешно то, что душит меня. И мне стало смешно, оказывается, что тоже души. Только как бы мои личные какие-то фантазии. С личными фантазиями. И мы, я получила разоблачение дьявола. Мы за это помолились. Освобождение от него. Освобождение и потом дьявола, я вспомнила и сон. За това, и после си вспомнил за соня. Поэтому нам очень сильно повезло, нас было немного. И махме космет, че нямаше много хора. Сами с каждым поработали. Со всеки един от нас сработиха. Вот. И сегодня во время прославления. И днес по времени прославления. Когда Андрей сказал, прославьте Бога. Прославите Господ. Я реально почувствовала себя, что я стою на вершине. И просто вот столько силы, столько энергии. И меня ничего не ограничивает. И я получила от Бога ответ, что все, что ты сама себе придумаешь, все, что ты можешь вообразить, со мною ты это достигнешь. И никто тебя не может ограничить. Никто не может это ограничить. И я очень была удивлена, то, что Александр пришел с такой, мой муж пришел с такой огромной папкой. Можем и дверец одна папка. И мы потом вечером тоже обсуждали все, что он записал в эту папку. И он начал просто реально задумываться о конкретных людях, почему у них проблемы с финансами. Хора, то есть нам, мы получили ответы. И не получили отговоры. Вот, какие причины могут быть, какие да? Причины, и может, он говорит, слушай, действительно, и у того проблемы, и истина. Того, и того, и того. То есть люди могут деньги зарабатывать, хора, но не могут их сохранять пари, и приумножать. А причина оказывается элементарная. Надо просто элементарно, ну, как бы найти два часа времени, послушать всю правду о деньгах. Да и слушать целая эта истина за парите. Да, вот в Болгарии хорошо говорят.
говорит, истина, истинку о деньгах и получить освобождение. Или получить освобождение. Вопрос, 2 часа времени. 2 часа. Поэтому я не знаю, как вы будете автора этого тренинга уговаривать, чтобы она еще раз это провела. Как же накажете автора на този тренинг, как да ви го проведе, обаче сестру. Да, давайте мы помолимся за детей. Нека се помолим за децата. А что про сон? Ты сама расскажи, хорошо? Злата тут сон спит.